Всем привет, друзья! С вами Endgames. Долго я думал, что же мне записать новенького и интересного. И решил записать, как вы уже могли догадаться, Minecraft Pocket Edition. А именно выживание. Сейчас я создаю новый мир. Вот я не включаю читы. Вот. Я только нажму на бонусный сундук. Ну, пускай будет начальная карта. Мне, в принципе, все равно. И создаем мир. Музыкальный блок может издавать разные звуки. Все зависит от того, какой материал под ним находится. Так. Ну, да, у нас загрузился мир. Вот наш бонусный сундук. Тут у нас какао-бобы, древесина акации, ну и много всякого еще интересного. Так, собираем. Это нам нужно для дальнейшего выживания. Собираем сундук. И собираем факела. Опа! Ничего не писал, никакой не сид. Ну, мне, ребятки, попалась деревня. Это офигеть, как круто. Тут даже есть уже созревшая пшеничка. Ну, офигеть. Интересно, тут есть кузница? Походу, есть. Даже кузница. Так, я надеюсь, тут будут крутые вещички. Вау! Я в шоке. Тут, во-первых, обсидиана. Наверное, хватает, чтобы сделать портал. Потом у нас тут 6 слитков железа. Как круто. Так, одеваем железные поножи и железный шлем. И выживаем дальше. Так, нам надо, наверное, выбрать дом. Домишко. Какой-нибудь. Я не знаю, какой нам выбирать. Но я хочу вот этот вот. Потому что там можно посадить прям вот у себя. Это круто. Ну, а мы выживаем. Во-первых, мы выгоняем жителя. Ладно, пускай он тут будет. Тут мы разместим кровать. И давайте посмотрим. Во-первых, у нас нет. А, нет, есть. Мы сейчас скрафтим. Так, верстак. Поставим его прямо сюда. И скрафтим кирку. Ну и пока достаточно. Хотя у нас есть уже кирка. Я не заметила этого. Ну да ладно. Так, у нас даже есть железный меч. Извините, кто будет сейчас комментариев, кто я хотел. Сами подумайте, как мне по-другому скрафтить себе кровать. Тут вот вообще. Так, сейчас посмотрим, что тут у нас есть. В церкви. У нас ничего нету, просто двухэтажное здание. Построить даже. Так, мы идем обратно и ищем овечек. Так, это корова. Давайте тоже возьмем. В принципе, я вспомнил. Деревня у нас есть.
вот такие вот штуки. Не знаю, как они называются. Тут есть шерсть. У нас уже есть две шерсти. В принципе, нам надо еще одну такую найти. И все. Печку крафтить тоже неохота, поэтому возьму тут. И скоро пожар будет из-за вот этой лавы, поэтому... Желательно, конечно, надо было ее забрать, но ладно. Теперь уже не вернуть. Ничего обратно. Картошечка. Так. Я потерял свой дом. И мы с вами не находим еще одной такой штуки. Пробежимся. Пробежался по грядкам, все затоптал. Блин, обидно. Первую ночь мы, наверное, будем выживать. Без всего. Так, курочку эти не хочу убивать. Но есть саженец темного дуба. Тут. Конечно, это все круто, но мне нужна овечка. Да, мы так долго будем бегать, пока ночь наступит. Значит, мы далеко. Даже вон лошадку вижу. Понятно. Ага, тут пещерка. Я в нее свалился. Как всегда. Выходим из пещерки и ищем нам овечку. Дверями расхлопались. Что нам делать-то? И овечек нету. Назло. И я проголодался. У нас есть яблоко, мы можем съесть. Ой, как громко. Надо потише, наверное, сделать. Ну и тут нету ничего. В общем, если вам понравилась эта серия, ставьте лайкосик. Но мы не заканчиваем. Мы нашли овечка. Прости, но я вынужден был тебя убить. Блин, бегает от меня. Жалко овечку, но по-другому кровать никак не сделаешь. Теперь нам по-любому надо будет найти какой-нибудь цветок. Потому что у нас разноцветная шерсть. Если бы мы были на более старой версии, там бы мы смогли скрафтить кровать из разноцветной шерсти, но она бы у нас была красная. И сейчас в Майнкрафте кровати разноцветные стали. И теперь так нельзя сделать. Так, мы делаем светло-серый краситель. И, в принципе, мы берем нам надо еще найти. Блин, больше мне интересно из этого цветка. Тут цветы перекрасить. Да,
Да, тоже светло-серый краситель, все одно и то же. И мы с вами идем. С вами я иду домой. Где... Это. Я. На кровать мы пока с вами не скрафтим. Или скрафтим. Не хочу идти сейчас дерево добывать. Поэтому у нас вот на кроватка. Ой. Поэтому мы... Нам у нас есть хлебушек. Постук. Вы что, обалдели? Тут у нас надо все сделать. Как нам уже это все сделать? А, пускай так будет. Мы берем и делаем мотыгу, чтобы посадить. Ты, блин, картограф. Вот это да. Я бы с удовольствием обменялся бы с тобой бы. И ты бы мне дал бы крутую карту, и я бы нашел бы какую-нибудь штучку. Какой-нибудь данж. Да, он дает карты, по которым можно найти данж.